Это программа «День с толком». В студии Андрей Дриер. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в YouTube. Вот о чем расскажем сегодня. Два котла вышли из строя друг за другом. Очередное ЧП на ТЭЦ Ярового и очередной визит чиновников из краевого правительства. Лед не пилят, но место под купель расчистили. Готовятся ли в Барнауле к празднику Крещения и стоит ли учитывать пандемию? Волна внутреннего туризма обрушилась на российские курорты в новогодние праздники. Ждать ли такой же удачи летом? Заходил в детские сады и квартиры Ярового, разговаривал с жителями, трогал батареи. Министр промышленности Вячеслав Химочка в эти дни работал в Яровом, мониторил ситуацию, связанную с теплоснабжением города. Там вновь произошло ЧП. Подробности в сюжете. Город-курорт Яровое зимой по традиции превращается в базу уже экстремального отдыха. В минувшие выходные на ТЭЦ поочередно из строя вышли два котла. Температура в квартирах опустилась до 10-14 градусов. В город вынужденно выехал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. В основном 17 градусов. Это не сегодняшняя дата. Это не сегодня, это позавчерашняя. О, ну так а мне позавчерашняя, это зачем? Мы котлы вчера привели в нормативную работу. Глава города Виталий Самобойчий на совещании отметил, запас угля хватит до февраля. Поставки благодаря помощи правительства региона продолжаются регулярно. В прошлую зиму нехватка топлива стала одной из причин передачи котельной из частных рук в муниципальное управление. Как и в прошлый визит, тоже связанный с ЧП, чиновники посетили детские сады и многоквартирные дома. В группах тепло, проблем никаких не было. То есть мы были довольны положением, все было хорошо. Но в связи с вот ситуацией немножко мы подостыли. Сегодня-завтра оно прогреться уже должно. Наталья еще спускалась надо мной на пятом этаже. Но у нее было холодно еще и до ваших этих. По данным Министерства промышленности и энергетики, не было квартир, в которых температура была бы ниже 18 градусов. Это норматив. Но по словам министра, со станции вода сейчас выходит с температурой, даже превышающей показатель. Это необходимо, чтобы прогреть остывшие дома. Жители этих домов, которые за долгую историю проблем с Яровской ТЭЦ видели многое, хотят понять, когда тепло в квартирах будет стабильным. Станция не ремонтировалась очень много лет, а оборудование, которое здесь находится, оно достаточно непростое и сложное. И ремонты, которые надо производить, они капиталоемкие. Поэтому цикл ремонтных работ, он нарушен уже был несколько лет назад. Сегодня мы делаем все для того, чтобы цикл по ремонтам, по текущему, по капитальному восстановить, для того, чтобы оборудование ежегодно проходило технический ремонт. Теплоснабжение Ярового находится на особом контроле правительства региона, а министр закончил свой визит на ТЭЦ. Поговорил со специалистами и рабочими предприятия. Сотрудники заверили, что делают все необходимое, чтобы отопительный сезон в Яровом прошел спокойно. Андрей Дриер, «День с толком». За прошедшие сутки на Алтае зарегистрировано 196 заболевших коронавирусом. Умерли 11 жителей края. В тяжелом состоянии находятся более 300 пациентов. 99 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Из-за пандемии до сих пор неизвестно, как будут праздновать в этом году православный праздник Крещения. Какие коррективы, возможно, придется внести? Как стоит рассчитывать свои силы с учетом коронавируса? И где в этом году запретили троекратно окунуться, расскажет Никита Ермаков. До дня Крещения Господня остается не так много времени. Традиционно в Оби прорубают ледяные купели и организовывают места обогрева, чтобы любой желающий смог совершить омовение. К слову, подготовка к празднику уже началась. Например, расчистили лед для крещенского городка, хотя пока официальное добро на проведение массовых церковных служб, крестного хода, купаний власти пока не давали. Ждут решения оперштаба по распространению коронавируса. Правда, в такой духовный праздник многие предпочитают полагаться привычке. Мы вообще не крещенные. Пойдете в этом году на крещение? Да, обязательно, крест со мной. Что-что? На крещение. Господи. Да. Ну и пандемия вас не пугает? Нет, не пугает. Но прислушаться к специалистам стоит. Удар по здоровью в этот раз может быть жестче. Перед решением окунуться в ледяную воду стоит учесть не только заболевания сердца, сосудов, легких, любые хронические болезни, но и вирус. Как медик я могу сказать, что людям, переболевшим ковидом, людям, поставившим прививку или планирующим поставить прививку, лучше просто воздержаться.
Это дополнительно к тому, что было ранее. А пока оперативный штаб молчит, Роспотребнадзор края сообщает общие правила для таких народных празднеств. Они следующие. Обязательное ношение защитных масок священнослужителями и посетителями храмов. Соблюдение мер социального дистанцирования в помещениях и на территории религиозных организаций. Допуск такого количества людей, которое позволит держать социальную дистанцию. Соблюдение санитарных мер. В храмах Бийской епархии праздничные службы и мероприятия будут проводиться согласно церковного устава и соблюдением всех санитарных норм. То есть будет соблюден масочный режим, дистанция социальная. Сотрудники храмов, которые будут разливать воду, будут также находиться в средствах индивидуальной защиты, в масках, в перчатках. А еще подготавливают в местах праздника и омовения пункты обогрева. Конечно, с соблюдением санитарных норм, но все-таки в этом вопросе больше уповают на Бога. Все на улице, все. Вода лечит, она закаляет человека, иммунитет поднимает, никакой вирус не берет. Это вирусу бояться надо, к нам заходить. Здесь у нас люди закаленные. МЧС со своей стороны причин для непроведения крещения не видит. Толщина льда на алтайских водоемах достаточная. Так, в Барнауле она составляет 40-45 сантиметров. В целом, в этом году в крае планируется сделать 43 купели на открытых водоемах, что немного меньше, чем в прошлых годах. Во избежание провала в подлет нельзя допускать большое количество скоплений людей на небольшом участке льда. Зрителей необходимо удерживать на берегу. Купающихся допускать купели по очереди, не создавая большое скопление людей. Пару часов назад стало известно, что в Барнауле праздник крещения состоится, но окунаться на речном вокзале в этом году не получится. Люди смогут только набрать освященную воду. Кстати, добавим, что 15 января, уже завтра, последний день запрета на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, так что, возможно, дополнительных запретов и не последует. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Центр культурного развития появится в одном из городов Алтая в рамках нацпроекта. Край вошел в число 39 регионов страны, которые получат федеральную субсидию на строительство таких объектов. Сейчас в каждом из регионов проводят конкурс. На Алтае два города-участника – Бийск и Рубцовск. Население каждого из городов меньше 300 тысяч жителей. А это одно из условий конкурса. Сейчас муниципалитеты готовят документы, по которым их будет оценивать комиссия. Критериев несколько. Например, обеспеченность учреждения. Учреждениями культуры, исполнительность муниципалитета. Здесь учитывают выплату зарплат работникам творческой сферы, оплату коммунальных счетов, содержание объектов культуры. Город, набравший большее количество баллов, получит центр культурного развития. В основном там будут заниматься клубным делом. Зрительный зал на разное количество посадочных мест в разных проектах. Это самое большое помещение, которое будет в этом объекте. Танцевальный зал, где специальный пол, зеркала, поручни для хореографии, занятия вокальных коллективов. Если есть театральные коллективы, но самодеятельные, непрофессиональные театры, то помещение для них. А еще в центре будут располагаться библиотеки, музеи, помещения для декоративно-прикладного искусства. Документы города должны подавать до 1 февраля. Если выигрывает Бийск, то центр построят в районе бывшего ДК сахарного завода, если Рубцовск – в районе Черемушек. Уже даже готовы примерные проектные варианты. Добавим, строительство начнется в 2022 году, а сдан объект должен быть уже в 2024. Осенью прошлого года мэрия Барнаула передала муниципальное здание детской школе кикбоксинга. Помещение требовало серьезного ремонта, но денег в бюджете города на это не было. Первыми на объект пришли отцы, ломали перегородки, разгребали мусор. Прошло 3 месяца. О том, что сейчас происходит на северо-западной 62А, расскажем в сюжете. С недавнего времени в таких подвалах детей тренировать запрещено. Чтобы сохранить школу кикбоксинга «Стик», власти города передали ей второй этаж в бойлерной. Аренда безвозмездная, а ремонт на плечах школы. Начали его родители и тренеры. Снесли старые стены, вывезли весь мусор. Организовали, главное, дали толчок начала работы, что уже назад некуда, как говорится, позади Москва.
А дальше кто-то посоветовал тренеру Игорю Гребельному обратиться к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Вместе они и стали думать, как построить зал для кикбоксинга. Непосильную задачу разделили на несколько частей, и стало понятно, где искать союзников. И теперь здесь собрались все участники проекта. Сибирская генерирующая компания безвозмездно смонтировала систему отопления и водоснабжения. Компания «Запсиб Электромонтаж» – всю электропроводку. Строительная компания «Союз» направила на объект бригаду строителей для внутреннего ремонта. Фонд Александра Прокопьева оплачивает систему вентиляции. Не все участники стройки до этого дня были знакомы, но у каждого своя причина помочь кикбоксерам. Самое главное, я считаю, что дети должны постоянно быть, как говорится, в пределе. Спорт, во-первых, он и дисциплинирует. И вот ребята, которые я беру с колледжа, те, которые у нас практику проходят, те, кто занимается спортом, их сразу видно, они более ответственные, да, более дисциплинированные, потому что спорт эти качества прививает. Спортклубу кикбоксинга «Стик» почти 30 лет. Число выпущенных воспитанников исчисляется тысячами. Из 4 залов «Стика» 3 в подвалах. Например, в этом занимаются около сотни детей. Мало того, что ребятишек надо с улицы привлекать в спортивные залы, в спортивные сооружения, ну и немаловажно, чтобы эти спортивные сооружения были не подвальные. Один из недавних случаев. В начале января затопило подвальный спортзал в Краевой федерации тхэквондо. Придется временно искать новые помещения. Именно поэтому и на законодательном уровне детские спортшколы обязали выйти из сумрака. Как считает президент Краевой федерации кикбоксинга, строительство нового зала для «Стика» – не рядовое событие. На самом деле мы стоим на историческом этапе. То есть более 20 лет спортивный клуб «Стик» тренировался в подвалах. Все наши чемпионы, все наши успехи были там. И сегодня мы выходим на свет. Для нас это действительно историческое событие. В новом зале площадью более 1000 квадратных метров будет заниматься около 200 детей. Благотворители хотят дать спортсменам то, чего не хватало в подвальных залах. Пространство, свет, свежий воздух. Участники проекта действительно осуществляют строительство этого спортзала для кикбоксеров, параллельно сталкиваясь со своими проблемами, которые, конечно, создает пандемия, антиковидный режим. И у многих изменилось финансовое положение, некоторые были вынуждены уменьшить объемы финансирования. Но, что важно отметить, никто из проекта не вышел. На сегодняшний день у нас остаются 3 позиции, которые не решены. То есть это вопрос по гидроизоляции, вопрос по освещению, то есть это непосредственно светильники и кабель-каналы. Вот. И лаги для деревянного пола, ну и само дерево, сам пол. Нет сомнений, эти вопросы тоже будут решены, и к весне уже состоится открытие клуба, и тренировки в «Стике» во всех смыслах выйдут на новый уровень. Андрей Дреер, Александр Антропов, «День с толком». До 1 февраля школьники должны определиться с выбором выпускных экзаменов. Заявления на сдачу ЕГЭ одиннадцатиклассники подают в своих школах. Обязательными предметами при сдаче ЕГЭ остаются по-прежнему русский язык и математика. Остальные дисциплины школьники выбирают в зависимости от специальности, на которую собираются поступать. Самые популярные были у нас обществознание, история в меньшей степени, растет популярность в физике, была популярная математика профильная, хотя мы знаем прекрасно, что сдавали только те, кто поступает в высшее учебное заведение. Немножечко набирает обороты у нас информатика, биология, все остальные так примерно на одном уровне. При этом ограничений на выбор необязательных госэкзаменов и лимита на их количество нет. А максимум, который заявлял школьник края, как вспоминает Наталья Полосина, 7 предметов. Правда, реально ученик пришел на меньшее число испытаний. Всего лишь единицы из жителей Алтайского края в новогодние праздники улетели отдыхать в теплые страны. Обычно на зарубежные каникулы уезжало несколько тысяч жителей региона. Какую альтернативу в этом году выбрали путешественники и станет ли мир открытым в ближайшее время, расскажет Ирина Корчагина. Один из самых популярных горнолыжных курортов России. Начиная с ноября в Шерегеше уже были забронированы все дома, отели, квартиры на Новый год. По сравнению с прошлыми годами туристов стало больше как минимум в 2 раза, говорят гиды. И это в период пандемии.
Свежий воздух, это большие просторы гор. Вот плотность населения в Шерегеше единственное скапливается только где-нибудь в магазинах либо в кафе-барах. Вот. Но там тоже есть ограничения, там сейчас не пускают людей, то есть только ограниченное количество человек. Ограничили также в прокатах, убрали все балаклавы, шлемы, перчатки, то есть те вещи, которые несут плотный на контакт. Вот оставили только ботинки, сноуборды, лыжи. Это отдых доступен для каждого, потому что если сравнить Сочи, допустим, с Красной Поляной, это гораздо дешевле уходит. Тур в среднем 6-6,5 тысяч на 2 дня. То же самое в Сочи, если поехать, то там будет раза в 3 дороже, минимум 20-ку оставишь. Мы новогодние каникулы решили провести в Питере. Нас, конечно, отговаривали, потому что все закрыто было, это, конечно, минус. Мы не сходили ни в какие музеи, но мы много гуляли, потому что были уличные рождественские ярмарки, разные рестораны, бары, все было достаточно открыто. И нас не испугал там коронавирус, и, в принципе, мы хорошо провели время. За последний год жители Алтайского края невольно раскусили, что такое внутренний туризм. Самые популярные маршруты по стране – Крым, Сочи, Шерегеш. Но в основном жители региона предпочли отдых дома – в Белокурихе, Ай, Березовой, Катуни. На Новый год отели там были загружены на 90%. Алтай в этом году очень популярен, и кроме того, еще не забывайте, что была очень интересная программа кэшбэка, когда турист мог вернуть 20% от оплаченной стоимости путевки, в том числе и на новогодние каникулы. Поэтому в разгар этой программы, это был ноябрь, это как раз и был пик продаж. Ежегодно несколько тысяч жителей региона уезжали встречать новогодние праздники в теплые страны. В этом году единицы. Сегодня те, кто еще может себе позволить поездку за рубеж, боятся лететь в чужую страну во время пандемии, да и направления скудны. Через Новосибирск нам доступны лишь Занзибар и Турция. Туристы ждут новые маршруты. В настоящий момент прорабатывается идея оформления прививочного паспорта, соответственно. Если как только большинство стран подпишет соответствующее соглашение, ну, можно будет говорить об относительной свободе передвижения. Но мы все видим, насколько активно мутирует коронавирус. Крайне сложно сделать прогноз вот здесь и сейчас. Туроператоры еще надеются, что могут захватить хотя бы летний сезон, но уже готовы к любым ковидным сценариям. Люди очень соскучились по путешествиям, мы это ощущаем по их звонкам, по их запросам. То есть люди хотят путешествовать. Но будем объективны. Просто не будет. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Праздник закончен. Главную елку на площади Сахарова уже почти разобрали. Сейчас с нее снимают зеленые ветки и разбирают металлоконструкции. Сносят ледяные и снежные скульптуры. При этом ни одного пункта обогрева наша съемочная группа на площади Сахарова не заметила. Хотя температура сегодня достигала отметки ниже минус 30 градусов. Работники греются в машинах по одному и, конечно, стараются закончить все как можно быстрее. Впрочем, гонит их не только мороз, но и сроки. Уже 17 января, в воскресенье, площадь Сахарова вновь должна открыться для движения. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!